Здравствуйте, с вами Валентина Журавлева. Хочу показать перекресток. Это улицы Подводника Кунгзмина и Виноватка. Народного поселения. Так вот, на этом перекрестке очень часто происходят аварии. Они не могут соблюдать поворот, едут вообще нельзя даже ехать на поворотах, и это колеса отрываются. А вот здесь маленький переход. Так один раз мужчина вез ребенка, ну такой на маленькой коляночке, увлекся, так идет на зеленый светофор. И с левой стороны, с народного ополчения, на большущей скорости проехал Халуй. И вот буквально им не хватило еще бы шаг, и был бы снят и отец, и его ребенок. Вот так же, как вы думаете, светофор это надежная защита, надежная защита для вас. Так, я никогда теперь не смотрю на этот светофор, а смотрю на поведение водителей за машиной. Они себя, видно, нормально ведут, значит, можно светофор переходить. А так уже надежды на светофор никакой. Вот такие вот дела. С вами была Валентина Журавлева. Всего доброго. До свидания.